В осень сезон сбора ураджаю и дару лесу и болот. Могилевский абл спожил союз. Амаль за месяц нарыхтовал 28 тонн брусниц и выканал план. Сярод районов, где массово сбирают корыстную ягоду, Глузки, Осиповецкий, Клишевский и Бобруйский. Теперь же идет сезон нарыхтовки журавин и яблок. Нарыхтовщики мают намер принять от насельництва журавин не меньше за объемы брусниц. Основная площадь, где растет ягода, Бялынецкий и Кличевский районы. От насельництва ягоду принимают по 1,5-2 рубли. Активно идет нарыхтовка яблок. По оперативной информации, опаду нарыхтовано 5,5 тысяч тонн. Параллельно с садовиной спожив союз нарыхтовая городнину. У приватности бульбы уже нарыхтовано 5 тысяч тонн. Это у 1,5 раза больше, чем летось. Другие хлеб сдают у основным фермерские господарки и сельгаспродприемства.